Друзья, смотрите, сколько вкусного. Это рыбка. А это у нас икорка. Здесь свежие фрукты, мы всегда здесь с друзьями покупаем. Устрицы и морские жи. Очень вкусно, рекомендую. Плавали в пакетике раки. Раки. Очень вкусно. К пиву или коньячку. Друзья, всем привет! Вы на моем канале Бегак ТВ. Я сегодня в Москве на одном из замечательных рынков. А какой, я вам сейчас скажу. Но самое главное, в Москве можно купить все. Кстати, не очень дорого, но самое главное, живите и радуйтесь здесь жизни. Сегодня суббота, прекрасный день. Вы отдыхаете, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и задавайте вопросы, почему я здесь. Да. Представляете, крабы настоящие. Друзья, это Даниловский рынок, один из старых рынков. Исторически здесь сложилась такая ситуация, что здесь можно купить все. И с нашего юга России здесь тоже очень вкусные штучки. Поэтому рекомендую прийти на этот рынок, сегодня что-нибудь вкусное покупать, типа вот этой рыбки, или вот этих приправ, или фруктов, да? Вот. И таким образом приходить покупать сыр. Ну, собственно, я все сказал про рынок, а сейчас расскажу про Москву. Подписывайтесь. Вот так выглядит аэропорт с утра. И вот это очень интересный экран, рассказывающий об истории космонавтики. Очень круто. Тем более у меня день рождения в день космонавтики. Ну, кто не знает, готовьтесь, будете дарить подарки. Вот так вот аэропорт. Так что всем хорошего настроения и хорошего дня, выходного.